Поехали. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Всем привет, господа хорошие. Сейчас общаюсь в Фейсбуке с людьми, которые вроде бы по моему уразумению должны все понимать, но задают вопросы, от которых я немножко в смятении. Я-то все время исхожу из того, что как бы мы все на одной волне с точки зрения, ну, как бы по каналу, который я веду, я на нем все время что-то объясняю. И мне кажется, что все как бы в курсах. А нет. Потому что некоторые просто не смотрят канал. Ну, как бы разные люди, правильно? Чего их винить в этом? Ну, понимаете, какое дело? Если кому-то лень смотреть длинные ролики, то мне лень писать. И эпистолярный жанр – это не мое. Мое – говорильный жанр. Чукчи – не читатель, чукчи – писатель. Вопрос приблизительно так звучал. Как удается там на 4-5 часах экспозиции в городе получать снимки, которые у меня получаются на 7-8 часах экспозиции? Ну вот как объяснить? У меня тоже, когда я делаю 8-9 часов экспозиции, тоже возникает минимум проблем при обработке. Минимум вмешательств в шумоподавление, минимум каких-то там телодвижений в программах Photoshop или прочих. Все само по себе выходит. И это не удивительно. Но зачастую жизнь так устроена, особенно сейчас. Да, я, кстати, сегодня весь в белом, если вы обратили внимание. Это не потому, что у меня праздник, это потому, что просто все постирал. Но жизнь так устроена, что приходится ужиматься. И вот поэтому 4-5 часов сейчас накопленной какой-то экспозиции объект уже достаточно для того, чтобы начинать пытаться что-то из него сварганить. Сегодня я без вас уже начал эту съемку, но по большей части не из-за того, что я сильно люблю этот объект, а по части того, что стоит телескоп с 760 миллиметров. Фокусного с шарпстаром 0.95, и поэтому как бы добра от добра не ищут, да, поэтому я удалось там кадров 20 снять колдуна HO. Ну и, собственно говоря, я его и хочу продолжить пока накапливать. Вот, не знаю, он у нас есть в принципе, но он у нас есть в более мелком масштабе, на ГСО снимали когда-то. Поэтому я решил его немножко больше, так скажем, детализировать. Не знаю, для чего, не спрашивайте. Ну, вот. Поэтому я пока это все буду сейчас настраивать, чтобы отсюда свалить. Пара таких размышлений вслух, что ли, произнесу. То есть первая мысль, я надеюсь, понятная. Если кому-то лень смотреть ролики и быть зрителем канала, то мне лень быть писателем и отвечать долго на вопросы. Это первая мысль. Не потому, что я вредничаю, а потому, что если я трачу на это свое время и здоровье, то как-то второй раз тратить на то же самое не хочется. Следующий момент, может, не до каждого доходит. Ну, как бы, люди, снимающие на монокамере, иногда немножко в недоумении, как на цветной камере делаются вот эти спаренные фильтры. У нас тоже есть по этому поводу
достаточно роликов и по обработке в частности, как разложить HO Oscar фильтр и SO Oscar фильтр на каналы SHO и сделать, так сказать, в принципе, ну, такой же алгоритм впоследствии, как на монокамере, делается это, ну, более только простым способом. Вчера, кстати сказать, впервые, ну, свет, правда, вырубили вчера в 23.00, но до 23.00 я охладить камеру не мог. Впервые она мне сказала, что охлаждаться до минус 10 не будет. Потому что в Одессе сейчас, вот мы с вами сидим, здесь капец, как жарко. 31 градус сейчас на 22.47. Включим вам на всякий случай запись экрана по нашей старой доброй традиции, чтобы там тоже что-то наблюдали, а не только я. Так, ну что, он тут пишет что-то? Да. Надеюсь, он что-то пишет. Вот, поэтому посмотрите, почитайте, поинтересуйтесь. Кому это интересно, почему так? Почему придумана эта недавно технология dual фильтров на цветные камеры? Она не заменит монокамер, но тем не менее она дает определенную степень свободы, простора, творчества для людей, у которых цветные камеры. Поэтому на этом сильно сейчас останавливаться, во всяком случае, вот в рамках этого видео я не буду. Далее есть люди, которые возмущены тем, что много говорят, и в конечном итоге только один снимочек качества ЧП. Ну, знаете, я не могу вместо вас учиться пользоваться элементарными вещами, в частности, Ютубом. Глаза раззуваем, опускаем свой взор ниже ролика, там есть описание к ролику, слово «еще» нажимаем, и там такой список выпадает, и все ссылки, которые могут пригодиться, в частности, где рассматривать эти снимки в более детальном изображении, который в конце ролика. И, ну, опять же, за рыбу гроши, это из области плоскоземельщиков, типа, таких красок в космосе не бывает. А какие бывают? У меня к вам вопрос. Это все компьютерная графика. Ну, не смотрите компьютерную графику. Ну, что я могу вам сказать? Ну, уже задолбали, честно говоря. Уже есть же другое слово в этом языке. Дебилов типа, там, мразь бендеровская, говорю украинское, ты же говорив тільки так, а потім ти став перекрасився, перефарбувався, причем пишет это такое молекула кацапского происхождения. Ну, я иногда развлекаюсь с такими людьми, иногда зачастую просто баню. Потому что, может, там, не знаю, в Кащенко выпустили, была какая-то реабилитация, может, кормить уже их там нечем, обострение какое-то. Ну, в общем, короче, выпустили, может, какое-то количество на голову больных. Ну, что на них обижаться, правда? Поэтому и вы тоже не обращайте внимания на подобного рода, как бы, эти все... заявление. То, что я делаю? Я второй раз запустил Нину. Бывает. Такая несколько сумбурная, такое несколько у нас вступление с вами сегодня получается. Но просто не то, чтобы надоело, ну, поднакипело, так скажем. Так, вот снимаем мы колдуна. Вот этот колдун у нас расположен. И, собственно говоря... Так, мы включаем камеру, наконец-то, да, охлаждаем ее. Видите, он шмалит на почти полные эти проценты, загружаются, но вчера до минус 10 он охладить ее не мог. Там только после 2, ну, после, я уже после не проверил, потому что вырубили свет в 23.00 до 4 утра. И вчера съемки, как говорится, не стало. Сегодня погоды не будет, обещают, поэтому сейчас вот чуть-чуть поснимаю, еще в HO поднакоплю немножко сигнала, ну а потом буду переходить в SO этого колдуна. В принципе, при наличии одного фильтра HO уже можно как бы... Так, а это у меня что?
значит, я в другом месте включал монтировку, потому что нельзя говорить и работать. Надо что-то одно делать. Так, гид подключим тоже пока. Так, кто-то там спрашивал, указываете ли какое фокусное расстояние вы указываете в Нине. Ну, фокусное расстояние, естественно, которое получается после комокорректора. В частности, 0,95 умножить на 800, получается 760 мм. Вот они, параметры камеры, и здесь установлены, и в профилях вот они установлены, вот Quattro 760. Это означает, что все соответствует вот этому профилю. Ну, то есть, вот для этого сочетания оборудования по пиксельного разрешения и так далее. Эти профиля в настройках мнений делаются заранее. То есть, вот здесь вот плюсик есть, и потом прописываете следующий профиль, называете его как-то и так далее. Вот у меня есть 4 профиля, сделанные заранее. Quattro 760, то, что сейчас стоит. ГСО 450, то, что мы со стеризонной ставили, снимали. ГСО 570, который опять со Sharp старым был, стоял 0,95, 600 мм умножить. И есть Quattro 600 мм, если вот сюда я поставлю стеризону, 700 мм превратится в 600. Соответственно, каждый раз в каждом профиле все заранее прописывается, все по-новому. От координат заканчиваем папки, где мы с вами все складируем, ну и так далее. Это делается все заранее. Потом просто в зависимости, что у вас стоит на монтировке, вы себе выбираете в начале работы тот или иной профиль. И все, и она все автоматически подтягивает. То есть сначала помучаемся, потом все получится хорошо. Так, давайте теперь сейчас добавлю цель к серии пока. Потому что я каждый раз не могу его запомнить это, потому что каждый раз вырубают или свет, или я уже устал, называется. Снимем там сегодня, не знаю, там поставлю опять, не знаю, 30 кадров, 20 есть. Почему по 300 секунд? Да потому что просто пересветы идут, вот и все. Они выбивают некоторые звезды, как это проверять, я вам уже показывал 100 тысяч раз. Может, покажу 100 тысяч на первый раз. Где это я делаю? Да вот просто в закладке съемка, как получаю первый кадр, гуляю по звездочкам, тыкаю мышкой, и смотрю количество отчетов. А откуда я такой умный знаю, сколько отчетов можно допустить? Ну, вот есть два режима у камеры этой, да и не только у этой. High режим и low режим, то есть высокого усиления и низкого усиления. И в паспорте прописано, и другими способами, так называемое количество отчетов. Если его превышать, то белое становится нечитаемым. И детали там исчезают. Поэтому, соответственно, лучше этот предел не превышать. В данном случае у нас настройки в хай-режиме сейчас такие стоят, что расширенные, так называемые, что мы можем снимать до 51 тысячи отчетов, так называемых, в 16 битах. Вот. А по умолчанию из коробки, без всяких расширений, это в хай-режиме, эта бы камера брала бы 19 500 отчетов. Поэтому вот главное не пересвечивать объекты, сообразуясь с этими режимами. А в лоу режиме сейчас расширили и до 100 тысяч отсчетов. А по паспорту у нее 52 тысячи отсчетов. Ну и так далее. В общем, короче, это для того, кто уже соображает, что такое отсчет. Ладно, сейчас наша задача добиться того, чтобы камера охладилась. Кажется, это произошло. Сегодня это произошло. Но кулер работает на пределе своих, как говорится, высших возможностей. Ну, что делать? Кому сейчас легко? Так, ну, как всегда, я сейчас просто проверяю опять же резкость, валю туда и продолжаю снимать этого колдунецкого. Единственное, что сейчас после наведения на резкость, я валю, сделаю где флеты. Флеты я всегда делаю. Да, я еще хотел сказать, что я 2 дня, бляха, ой, господи, прости меня, блин, писал ролик, как я складываю панораму СХО. И каждый раз мне что-то мешало. То вырубало свет и сносилось все несохраненное записанное, то глючило джеры, компьютер, вылетали пиксы, серилы.
то, короче, сегодня последней чашкой, как это, с терпением стало то, что я записал такой уже, почти, ну, не почти заключительный, но уже там еще один шаг бы оставался, уже бы складывали панораму. Но в этот момент вот этот огромный блок, что я там дрюкался с этими цветами, выводил СХО, это зеленое, пурпурное и прочее. И после этого этот блок взял и вырубили свет, и ну, компьютер сказал «до свидания». И все это полетело чертовой матери. И я сказал, горе, но пропадом, когда-нибудь в следующий раз. К тому же панорама это не совсем получилось, мягко говоря, совсем не получилось. Поэтому когда-нибудь я запишу, как я делаю панорамы, на чем-нибудь другом. Сейчас извините. То, что планировалось, не произошло по обработке. Ну что делать, кому сейчас легко, жарко, и компьютер не выдерживает, и я тоже не выдерживаю. Так, что я хотел сделать? Я хотел куда-то навестись. Правильно. Целируемая фокусировка, та же вега, пускай двигается к этой веге. Может быть, получим, когда какой-то кадр, я посмотрю, покажу вам, где я проверяю, как бы, какой уровень экспозиции оптимальный можно устанавливать. Ну, как я это делаю. Вот. И в конце, может быть, будет, а может и скорее не будет, потому что еще рано что-то там складывать будет вот этого колдуна в HO. А скорее всего, что подождем, пока еще будет погода и свет будет, доснимем с вами в ESO, ну и тогда уже там какой-то колдун появится, может быть, без всяких роликов. А может, мы его обработаем в очередной раз где-нибудь вместе в чем-то, хотя там достаточно простая обработка. Так, плейтсолвимся сразу, без всяких проб, посмотреть, получилось, не получилось. Да, кстати сказать, если вот так вот первый раз вообще все наводится, и, ну, вот эти главное, вот, показываю пальцем, он вот эти вот включаете всегда. Ну, первый раз он навелся с точностью до градуса, 53 минуты угловых, куда-то смыкнул, я не посмотрел. А, потому что у меня было, помните, бешенство, я не мог понять, почему он не разрешает снимки. Все оказалось гораздо проще. Да. Так, ну, в принципе, мы уже на этой веге с охлажденной камерой, и резкость почти не сбилась, но вот чуть-чуть по лучику видно, что они раздваиваются. Можно ту резкость подправить. Наверное, мы сейчас этими займемся. Сразу не отходя от кассы. Потом сделаю флет и пойду вернее вниз туда, и оттуда уже наведусь на свой объект, и пусть он шлепает, пока есть погода, которую я буду наблюдать вот с этой камеры, которая здесь торчит, может, вы ее не видите. Здесь ставим этот самый типа Live View, разворачиваю чуть-чуть компьютер вот так вот. О. Сейчас изображение смазки делаем ее. Но по чуть-чуть вот сюда наверх этот лучик надо как бы поднять, но буквально комариный носик. Можно и не поднимать, можно поднимать. Это на крупной звезде. Да, не туда крутанул немножко. Или туда крутанул. Да, туда. На яркой звезде. Вот так вот просится, а на Денебе, к примеру, будет все окей. Чуть-чуть, ну да, я говорил уже 100 раз, что я бы поменял паук на этом телескопе, тогда вообще этих проблем бы не было. Потому что это не вопрос резкости, это вопрос этого самого. Сейчас. Ну вот так вот. Это вопрос, ну, самого паука, что ли. Ну все, мать его. Резко. Я считаю, что резко. Так, нам для колдуна хватит. Это мы убираем. Ставим с вами быстренько. Валим на этот самый, господи. Ла-ла, флеты, мэты. Движение к зениту. Готовимся сразу к флетам. Да и все. И, собственно говоря, если камера охладилась, значит, слава богу, не надо терять времени, и можно начинать снимать, потому что уже в 24:00
обещают облака. То есть времени тут остается у нас совсем ни о чем. Это много. Вот так хватит. Чтобы секунда где-то была. Здесь потушим свет на всякий случай. Вам. И запускаем наши флеты. Отлично. Даже 0,75 получится флет. Ну и прекрасно. Пускай будут 0,75 флеты, побыстрее отснимет. Здесь надо обращать внимание на указывание какого режима, потому что флеты по небу иногда у меня стоят. И тут тогда дичь начинается. То есть динамическая экспозиция это именно по флет-панели. Если кто не знал, здесь заранее выставляются все настройки. Ну, я выставлял на 1/3 гистограммы слева отрыв. Все, отснялись и выключились отсюда. И это сняли тоже. Все, резкость у нас есть, флеты у нас есть. Пан у нас вбит. Шворку включаем. Камера-то начнет жикать, а ее включим уже оттуда снизу. Вынесу, проверю, и да, горит она. То есть жужжать будет. Переезжаю на какой-нибудь ДНФ для начала, чтобы поближе к цели. Ну или любую звезду берем, которая ближе к цели. Так, ну, ему легче будет работать. Я же сколько раз это замечал. Не могу это рекомендовать. Но я делаю именно так. В ту часть неба двигаю телескопчиком. Угу. Вот видите, камера не доохладилась. 8.50, а стоит на 10.0. Это означает, что серия не запустится. Но несмотря на то, что она работает ну, практически на 100%. Выключать подогрев стекла переднего нельзя. Потому что оно запотеет моментально, очень большой перепад температуры. И самое паскудное, что камера сейчас не запустится. На часах уже 23.05. То есть как бы снимать уже можно было бы. Но из-за жары вот такая фигня. Конечно, вы скажете, ну так опустись, охлаждение сделаю на минус 5 и снимаю. Но это надо переснимать, дарки будет. Ну, может быть, и вы и правы, может быть. Но та серия у меня стоит HO на минус 10. Ну, хотя флайты другие тоже, черт его знает, не знаю. Но, короче, вот надо принимать решение, потому что или ждать, пока, ну, просто на улице станет прохладней. Ну, или снимать, хрен его знает. Из-за жары, которые обещают еще неделя-две, ночью снимать тоже как бы 30 плюс и минус 10, эта камера не всегда вытягивает. Такая вот история. В прошлом году такого не было. Ну, как было жарко, но ночью всегда было там ниже. Короче, все, что ниже 30 градусов, эта камера тянет. Там 28 будет, 29, 27 на улице, она потянет. На минус 10, а вот уже на 30 плюс уже проблема. Ну вот мы на Деневе, все бы ничего, вот сейчас она пошла 9.30. И вопрос в том, что надо вот здесь вот в серии сделать тогда одну вещь. Вот тут надо выключить охлаждение камеры, ну, чтобы он ее как бы, условия, так сказать, выключить. Но при этом, чтобы камера продолжала охлаждаться. И она уже тогда, по идее, тогда он начнет снимать серию. Потому что если здесь будет включено он, стоит минус 10, он ее просто не даст ей снимать. Вот и все. Так, ну я не вижу повода, как говорится, не начинать съемку. Можно было бы лучше, конечно, подвести гид. Ну, я ж ленивый.
Так, и нажимаем клавишу. Он едет, пускай, на свою цель. Загородки ставить не буду, у меня лень. Да, и вот. Перекладывать меридиан не будет. Мы сейчас находимся сейчас вот здесь. Почти уже в ночь. 41 градус объект поднялся, это более чем. Ну и нам надо там до 3.05 мы можем снимать. То есть это куча кадров может быть. Ну я кучу кадров не буду снимать, я буду там другую. Просто можно, если не буду спать, подняться и в СО фильтр поменять. Но, честно говоря, я не думаю, что это произойдет. Потому что я совсем ленивый стал. Ну вот он ввел 9 секунд с точностью расстояния, ошибка, 0,7 секунд. А расстояние до центра 9 секунд от заданного снимка, который мы поставили, вот это NGC. Ну, колдун там так называется, там что-то 73-80. Так, все, если что, извиняйте, если кого-то сильно задел в начале. Но не то, что я сегодня злой, нет. У меня уши были водой залиты, я на море ходил. Сегодня пробки меня выбивали. Может, еще черепушку повредили. Да, надо пойти теперь к другому доктору, чтобы подремонтировал. А то что там они через уши сделали, черт его знает. От них всего ожидать будет. Ладно, чердачный блок заканчиваем, пока-пока. Посмотрим потом уже снизу на конечный кадр. Покажу там эти еще раз пересветы, потому что сколько ни говори об этом. А как? Каком кверху делаю? Я думаю, вы не успели соскучиться. Вот, чтобы вам было понятно, куда смотрит телескоп. Ну, он выше этой трубы смотрит. Это, кстати, моя труба. Да, я ее когда-то мастырил, чтобы уже затекала она. От АГВ. Ну давай, двигайся. Срань китайская. Ну, звездочки видны пока. Ну вот, кстати, этот. Кто это, господи, такой Дабл В всходит. Кассиопея, да. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Так, по идее, первый кадр. О, есть уже. Что-то вам можно уже показать. Ну, ведет он 0.46 с точностью. Сегодня, ну, это север. Так, теперь что там насчет пересветов, недосветов и прочего. Вот просто ищу самую какую-то вот яркую звезду, ну, например, вот эту. Вот так вот ставлю правой кнопкой мышкой, держу ее. И читаю вот здесь вот цифры, видите, всякие. Максимальная 52627. Ну, то есть, здесь на пределе. Больше 5 минут делать этот снимок в этом фильтре нельзя. Вот, потому что по-хорошему надо где-то снизить до 3 минут. Чтобы здесь было, ну, там, 50 тысяч. Но так как это не сюжетно важная часть, а сюжетная важная часть, собственно, сам объект, то понятно, что здесь я ничего не пересвечу. Максимально 684. То есть я, если бывают такие гнусные объекты, в частности тут же М-42, да тот же Орел мы снимали с вами, центр иногда может тоже вышивить. Поэтому основной критерий это не звезды, а основной критерий, ну вот звезды 23806. Там XYK это, собственно, RGB, только по-другому представлены, в другом профиле цвета. Вот, минимум, максимум. Минимум это черная точка стоит, то есть мы не полностью срезаем гистограмму слева. Это делается за счет установки значения офсетов на камере. Тут всегда должно быть, ну, какое-то значение. Или там называется точка черного, те, кто работают в фотошопах. То есть есть куда нам двигаться, фон не забиваем. Я не люблю никогда забитый фон. Вот, если нам это хочется увеличить количество цифр, мы просто здесь в оборудовании не 155 надо ставить тогда все, ну там поставьте там 250, к примеру, или там 200, ну в каждой камере это делается по-своему. Поэтому на этом я не буду сейчас останавливаться. Вот и вся моя, как говорится, нехитрая технология, я тут себе не морочу мозги.
Вот, какие-то звезды просто звезды, там, вот 51 тысяча, то есть там центр не спаленный этой звезды, то есть не будет выбитая, там даже цвет какой-то, вот 53 тысячи. Но если, главное, снимаем мы не звезды с вами, а вот если бы мы снимали только звезды, я не знаю, там, с научной точки зрения, там, не знаю для чего, к примеру, там, есть же там, берут эти гранды, переменные, там, бла-бла-бла, что-то там ищут, изучают, вот там, наверное, звезды важны, но они там, как правило, на коротких выдержках и снимают. Спектры там, допустим, звезд и так далее. Вот 24 309. То есть, в основном, большая часть объектов на этом снимке, они не сожжены. То есть, что такое сожженный объект? Это белое, в котором кроме белого ничего. Ну, а в звездах какие там детали могут быть? Цвет только. Ну, цвет здесь будет. Вот, если мы пойдем сюда и посмотрим, возьмем наше кватро, в таджетах за сегодняшний день, вот лайты наши, вот наш кадр первый, второй сейчас экспонируется, здесь он в цвете представлен, вот, то, ну, беленькие звезды, которые вот я показал, которые заполнены полностью скважина на матрице. А эти звезды имеют какие-то свои оттенки там, да и все. Ну, а здесь тем более, что тут, чему тут жечься? Вот, ну и все. Это на самом деле этот колдун вот такой у нас получился. В прошлый раз мы его снимали вертикально. Сейчас он у меня как-то там лежит, короче. И он голубенький в центре, если в кислороде серии снимать. Поэтому я набираю сейчас HO, а потом сделаю то же самое в SO. Ну и дальше там, может быть, обработаем вместе с вами, напомним кое-чего, кое-кому, как это делается. Вот, предполагаемое время накопления здесь будет, ну, порядка, ну, я имею в виду, в двух фильтрах. Где-то хотя бы по 3 часа в каждом фильтре, по 4 часа, ну, то есть, как бы, по погоде, как я сказал, по обстоятельствам, ну, часов будет 6-7. Хотя этот объект столько как бы, не заслуживает. Ну, не то, что не заслуживает, он мне просто не сильно вставляет этот, ну так. Чтобы не терять съемочное время и съемочные как бы, ну, возможности. Вот сейчас у нас, видите, вообще 0.34 идет погрешность ведения, то есть отличная. Это по части того, что кто-то когда-то говорил, проверь, ось дек, она у тебя там какая-то не такая. С ней все хорошо. Не волнуйтесь про мою ОСД, мы за ней следим. Если бы она была здесь не такая, она бы не показывала 0.26. Она бы показывала сейчас нам какую-то дичь. А то, что на разных частях неба будут разные, естественно, точность, ну это естественно, потому что угловые скорости на небе, откроем вам большую тайну, они разные. По причине того, что мы как бы внутри сферы находимся с вами. Да, и по части плоскоземельщиков, если была плоская земля, зачем нам экваториальная монтировка, спросите у них, если они, конечно, знают, что это такое. Все, господа, я на этом с вами здесь попрощаюсь, в конце навряд ли что-то получит, я буду показывать, будем копить дальше. Название этому ролику, конкурс, так сказать, открытым оставляю, оно будет каким-то рабочим, если кто-то скажет, надо назвать вот так и так, то я назову его. Изменю название, если оно мне понравится, то, что вы предложите. Всем бай-бай, пока, до новых встреч, и пусть на небе будут только звезды.